Привет всем. Сейчас такой вот аппаратик сделал. Вернее, аппаратик-то я купил. Показывал я уже. УПМ-ка. УПМ-ка. Углополировальная 1300Э. Без М. В общем, обороты от 1000 до 3. И вот решил ей сделать шлифовальный станок для ножей. Вот такой вот черненький нож вороненой стали из Советского Союза. У меня их было 4. 2 почти стерлись, один я угробил. Идиот. Вот один остался. Ну, вот видно, что он. Я его начал точить. Так. Вот, если будет видно, то начинается точить вот, ну, наверное, назовем ее затылочной части. Ну, то есть, нож рогатый уже, в смысле, середка провисшая, как обычно, строгает середину. Ну, чтобы его так не равнять, как выставил, чтобы, значит, из чего состоит станок. Внизу уголки 50-е приварены к 18-му швеллеру. Ну, люблю я использовать минимум сварки и максимум готовых деталей. Уголки крепятся с трех сторон болтами на 12. Коротких болтов не нашел, пришлось гайки подложить, все по-колхозному. Ну, этот у меня упор от станка, если смотрели универсальный станок, там я тоже пытался шлифовальный делать. Это упор заводской уже от строгального станка маленького. Он переломился, вот кусок уголка алюминиевого нашел. Восьмирыжды крашеного. Ну, он у меня работает как упор по деревяшке. Ну, и выставил вот так здесь, вот у меня посередине. Круг 100. Диаметр 180, зернистость 80. Тоже это инкорский заводской. Ну, здесь все регулируется. Пазы здесь и по высоте и наклону здесь. Ну, вроде все понятно. 30 градусов я выставил. Максимально близко к кругу. Вот так. И, значит, так я выставляю вот этот упор. Тут 30 градусов понятно. Чтобы он у меня лег. Чтобы он у меня лег, я выставляю, ну, строго на глаз. Вот два болтика на 8. В общем, кладу его так. Вот сейчас, если видно будет, что вот здесь был небольшой зазор. Ну, грубо говоря, если у вас рога, седло, так называемое, в миллиметр, значит, и здесь надо оставлять миллиметр. 2 миллиметра, значит, и здесь 2. Ну, так я думаю, не знаю. То есть вот зазор миллиметра, грубо говоря. И по мере того, вот тут он сильнее прилегает, середина, естественно, дальше. По мере того, как затылочная часть стачивается, он с нее начинает, жало подходит, он постепенно примыкает. Кругу, жало туда подходит и начинает уже жало затачиваться и получается ровно. Ну, круг чем больше, тем лучше, чтобы не было завалов. И вот так вот вводим. Ну, сейчас сбоку покажу. Сейчас мы штатив поставлю. Как все это дело работает. Ну, в принципе, тут и так понятно. Но все равно. Раз уже сделал, надо показать работу. Вот такой вот простенький станок, но все благодаря этой УПМ-ке. Сейчас немножко так еще поверну. Ну, машинка, конечно, только что металл не режет, а так универсальная во всех отношениях. Чего я с ней только не делал. Так, ну, надеюсь, сюда искры не полетят.
буду долго напрягать вас жужжанием тудым-судым. Но вот, как бы это, не знаю, видно, нет. Вот он начинает уже брать затылок, уже вот здесь вот, стало быть, где нож короче, он уже подходит, середина. И вот она получается, вот эта задняя часть, она абсолютно ровная. Абсолютно ровная, а верх потом сточится и тоже станет ровным. Ну, так что вот так вот точу. Но не буду до конца точить это в течение где-то минут 15-20, в зависимости от минут 15-20. Бывает за 10 минут наточу, если наждачка. Наждачка 80-я, но если она абсолютно новая, он быстрее точит, конечно. Когда уже зерно выбивается тогда. Ну, как-то вот так вот. Просто. Ну и, конечно, уголок вот алюминиевый все-таки по нему. Скольжение не очень. Может, надо было стальной. Ну, ладно, точу раз в год, так что. Ну, вот примерно такие вот. Получается прибамбасы. Ну все, спасибо всем. Что интересно, спрашивайте. Всем удачи, всем пока.